Русская медная компания представляет. Когда идешь на бой с тем, чей удар пьет на поражение, то победа — единственное, что тебе остается. Пять лет назад он сказал, что будет лучшим, одержав победу над Федором Емельяненко. Его имя — Антонио Бигфут Сильва. Пришло время вновь доказать, что быть лучшим значит драться с достойным противником. И такой противник уже готов. Иван Штырков. Чемпион России по самбо. 7 боев ММА. 7 побед. Все досрочно. Его мощь – удар молнии. Бьющий точно в цель. Вызов принят. 18 ноября, 17:00, Дворец игровых видов спорта. Справки по телефону 8-343-271-71-60.